There is a face only a mother could love. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, мы продолжаем проходить брутальный Devil May Cry, на этот раз у нас на очереди 14-я миссия, последний танец. Ну что же, начнем, я надеюсь, в этой миссии мы будем мочить эту поганую Лилит и ее мерзкое демонское отродье. Your turn, Barbie. Yes! This is exactly the opportunity I've been waiting for! Come on, baby, let's make daddy proud! Oh. That's right, little one. It is playtime. You know, I've been looking for a chance to unwind. О боже, вот это мерзость! Отродье Мундуса. Фу! О, фу! Ох, жесть, ну вы навыдумывали. Ну сейчас придется поумирать. Вау, нифига себе! И что же нам делать? Так, видимо. Ну да, немножко его стоит порубить. Ух ты, это что такое? Понятно. Промазал маленький гаденыш. Да блин! Попал по мне, сволочь. Опять промазал. Попал? Не попал? Вроде не попал. Давай, руби, руби его, руби, 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 руби. Воу! Не попал? Не попал. Прям по заднице тебе. Вот жердяй, а. Ну, пока что ничего особенного у нас тут не происходит. Мы его рубим стандартным мечом и вроде пока успешно. Меч у нас, конечно, очень хороший и очень длинный. Давай, мерзость. Атакуй меня. Попал. Попал, сволочь. Отстань от своего сына? Я не понимаю, а не ты ли его только что нам дала для того, чтобы мы с ним полностью развлеклись в надежде, что он тут нас и поубивает? Малыш лишь разминается? Ну, конечно. Вылезай, тварь. Иди сюда. Воу. Класс. Ну чё, свинья, попала ты. Отрезать пуповину, вот что нам нужно. Фу, засоси меня обратно, какая жесть. Ох. Ох, капец. И опять все заново. Какая жесть. И все заново, все заново. По жопе тебя отхлестать. Плохим ты был мальчиком. Очень плохим. Да ё-моё, что-то я попадаюсь в последнее время частенько под его поганые удары. Чё, опять что ли попал? Опять? Так, ну, что-то я прям вообще расслабился, слушайте. До этого было как-то попроще. Да ёлки-палки!
Давай уже. Слушайте, как же это, конечно, долго. Долго, 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 долго. Очень, конечно, долго. О, у нее какой-то глаз там. Да блин. Что за глазище? Ё-моё, как он видит-то? Фу, мерзость какая. Ужас, ужас. Эй! Да как он попал-то в меня? Довольный, мразь. Отродье поганое. Иди сюда. Давай, обрубить эту мразь. Обрубить, 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 обрубить. Да что ж такое? Как же мало хп сносится? Просто по чуть-чуть его травить приходится. Что это за гадость? Фу. Да, просто ужасно. Ох, какой кошмар. Блин, долго это вообще? Да, жесть. Я все больше попадаюсь под его удары. Ничем хорошим, конечно, это не кончится. Ух ты, 2, 3, 4. Нифига ж себе. Жесть, сколько ты будешь их запускать-то? Давай. Да, ты, конечно, по мне попал. Ну ладно, погнали, сфера. Ох, жестокий ты, малыш. Жесточайший. Блин, что это за мерзкая рука здесь? Давай, 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 убить, может, по этой руке как раз самый урон будет проходить. Попал он, что ли, по мне? Не понимаю. Блин, втыкаюсь в него. На, 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 на. Фу, мразь какая. Еще как. Давай, 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 давай. Как же это медленно, слушайте, происходит. Просто ужас какой-то. Фух. Долго, долго. Это все очень-очень долго. Еще минимум 2 раза его нужно положить на пол. Я думаю, может, по руке вот по этой как раз и надо рубать. Хотя, вроде бы, и так нормально рубится все. Хорошо, что он сейчас стоит и тупит. Не видит меня, что ли. Но я думаю, сейчас и напомнится. Но пока что он стоит и тупит. Иди сюда, я сказал. Как же ты достала нас уже. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Фу, отродье поганое. Get up. Not gonna kill you or Mundus's spawn. I'll let you both live if you do exactly as I say. I will. I swear. I'm nothing without this brat. Now pull yourself together.
Rolling. Thanks for getting in touch, Mundus. Sorry it took me so long to get back. Regarding your trade offer, I'd like to suggest a counter proposal. The life of the girl. Oh. For the life of your child. Да, это именно то, чего нам не хватало. И яростного крика Мундуса. Ну что ж, дорогие друзья, мы прошли... Вау, мы открыли достижение SSS, стильно! Мы убили отродье Мундуса. Ох, как же долго мы этого ждали. Просто прекрасно. Завершение SSS. Использованные предметы смертей 1. Почему смерть нам засчиталась? Мы же использовали сферу. Видимо, это не засчитывается в предмет. Все равно. Бонус за босса 1000, за прохождение 1125. Шикарный финальный счет. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. Скоро доберемся и до этого проклятого Мундуса. С вами был Гидеон, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.